Привет, с вами Румян. И сегодня мы находимся в лесу падших гигантов. Я решил походить по локациям, пофармиться. Чтобы победить древнего дракона, мне нужно очень много выносливости. Потому что не успел отбежать — смерть. Не успел нанести 3 приема — смерть. Я уже все рассчитал, как я его буду бить. С математикой у меня, к счастью, все в порядке. У него, как я замечал по полоске, по уровню моего убивания его, 20 тысяч здоровья. Это нудно. 20 тысяч, конечно, я снесу легко, но он постоянно взлетает, это тоже нудно. Я успеваю за один взлет нанести 3-4 удара. Всего катана сносит около 500 урона, но 550, ну это так, незначительно. Значит, где-то 18 раз я его должен сильно ударить. Вру, какой 18? 39 раз я его должен сильно ударить. За один заход к нему я могу ударить его всего лишь 3 раза. Значит, мне нужно к нему зайти 13 раз. Если не 14. Так что вот наша цель будет — качать выносливость, так как взлетает этот тварь часто и в воздухе висит долго. Воспоминания у нас на время. Такой челленджеран. Спидеран, я бы сказал даже. По памяти гигантов не ходит. Вот вы видели тех чуваков? Это вот как раз таки те полые, которых мы видели в лесу падших гигантов. Они нормальными чуваками были. Гигантов мочили. Но они были в армии Вендрика, поэтому мы должны убить и гигантов, и... Как вы помните, мы получили одну душу гигантов, когда нашли ключ. Кстати, ключ стоило бы применить на одной двери, тогда бы мы получили сет Хавила. Один из самых тяжелых сетов в игре. Так, я начинаю мазать. А гигант начинает приближаться. Ау. Надеюсь, он не сможет зайти сюда. Вот, я поменял маску, теперь у нас маска смерти. Маска. Да, маска смерти. Я хочу собрать весь сет смерти, но это будет не... О! Парнишка наш тут пришил. Бежим сюда. Да ладно. Все равно бежим. Это баллиста. Забираем души. Здесь я умер по ошибке. Вот так, на. Фласочка. Фласочка необходима здесь. Не стоит. А вот тут вот. Вот тут вот стоит спрыгнуть. Что у нас тут? Тут у нас гигант. И здесь нереально спрыгнуть. А вот здесь реально спрыгнуть. Только мы убьемся. Мы можем спрыгнуть еще здесь. Во. Это более идеальный вариант. Мы зачаруем оружие. Неизвестно зачем. Убили гигант. Здесь стоит еще один гигант. Подходим к нему. Берем душу гиганта. И улепетываем из воспоминаний. Также мы можем вернуться в память гиганта, чтобы пофармить души еще. Но мы этого делать не будем. Теперь у нас в инвентаре 2 души гиганта. Мы растем. У самих у нас 13 тысяч душ. И мы пойдем искать других гигантов. Я уже не помню, где они находятся.
Мы побьем всех. О, эти ребята с одного удара умирают. На, ну ладно. Раз ты так хочешь получить звездюлей. Звездюнов. Там гигантов нет. Ау, получили больно. Забираем шлем голого солдата. Вперед к костру. Нам стоит посидеть. Вверх поползем. Отлично, первая память гиганта пройдена. Мы получили душу и экспу. Причем я не знаю, что для нас важнее будет. Экспа, конечно, да, хорошо, но вот душа снизит защиту вендрика в два раза. Так что душа тоже будет. Сейчас мы пойдем. Да, есть тут гигант. Извини, парень, но тебе нужно сдохнуть. Осматриваем эту душу. Вперед. Память. Чья же эта память будет? Ух ты. Память Вамара. Ух ты ж, блин, сейчас тут все нахрен разрушится. О. Чувак. You are not one, whoever you, whether you. I am drunk, whoever just mentioned, and even soon the giant, it is revenge for the kingdom. The venerable lord, блин, ты умираешь. Long ago. It was then the giant, my father, the giants, they cannot find it within. Гигантов стальная воля. Король? Мы убьем короля гигантов. Выучим жест ура. Выучим. Нам еще много жестов учить надо. Нет, парень мертв. Ау. Ха-ха. Лок. Ох ты ж, блин. Сколько из этих гигантов. Не буду засмывать. Со словом, однокоренным словом уебан. Но эти чмошники опасны. Ой, ну нахер, ребят. Я сваливаю. Я снова сваливаю. Умер? Ну лады, лады. Сейчас вернусь. Нас просто подставили. Это было нечестно. Нечестно. Нечестно! Так, черт у вас. Да вы все равно роль не сыграете. Мне похрен на ваш урон, ребят, извините. Ой, нападение мне тоже насрать. Прости, чувак, ты не из моей группы. Ну, по крайней мере, мы поговорили с чуваком, и теперь у нас есть больше времени. Ну, в смысле, мы с ним поговорили, и то, что больше времени, мы не будем с ним говорить. Поэтому у нас будет больше времени. У нас есть человеческая фигурка? Нет, ну и ладно. Я сейчас поставлю колечко одно. Так, вместо кольца физатаки или нет. Кольцо молитвы я сменю. Кольцо физатаки нужно. Вот это кольцо. Оно... Да ладно. Так, не замыливай мне экран, козел. Блин. Этот парень уже здесь. Не задел. Плохо. Ай. Так, вот это задел. Отходим. Вот здесь нам надавали люлей. В прошлый раз. В этот раз будем поосмотрительнее и поумней. И походим с луком.
Лук, теперь ты мне друг. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну нахуй. О! Проход. Здесь душа. По идее, должна быть у этого гиганта. Парень. А что будет, если мы поднимемся? Или мы должны замочить короля гигантов? Что вообще нужно сделать, чтобы получить душу гиганта здесь? Алло! Эй! Ух ты, тут что-то есть. Душа великого героя уголь вражды. А вот и гиганты. Были здесь. Что-то я очкую. Я не понимаю даже, не очкую. Что нужно делать? Тебя смотреть я не могу. Сюда пройти? А что меня ждет здесь? Скажи мне. Тут обрыв. О! А, блин, мне показалось, что тут человек стоит. А, нет, вот этого гиганта нужно осмотреть. Сваливаем, сваливаем. Проблемы не нужны мне. Мне не нужны проблемы. Ху, да. Отлично, погуляли. Сейчас мы вернемся к костру с помощью... Да, вот оно. Перо. И у нас уже три души гиганта. Да, возвращаемся. Интересно, сколько выпадет душ. У нас уже 7 углей вражды, супер. Если мы применим все. Используем. Используем. Извините за задержку. Я еще кое-какую информацию сейчас. Итого 44 тысячи? Отправляемся в Маджулу. Вперед! Извините за задержку снова. Где Шеннелот? Прокачай нам выносливость. Пожалуйста, хотя бы на единичку. Да, спасибо. Так. Я посижу у костра. Здесь будет пауза.
Угу. Как я понял, нам снова предстоит отправиться в Маджуру. В этот раз вот сюда. Да, в принципе, мы туда и отправлялись всегда. И попробовать открыть дверь кольцом короля. Почему оно не стоит у нас? Где? Вот оно. Да. Несмотря на то, что у нас фляжки с эстусом все и полностью прокачаны до максимума, мы все же умудряемся засирать игру. Так. Так. Ну, чё с них взять? Простаки, простофили. Ладно, живи, парень. Open! I said open! Ворота продолжают открываться. Супер. Костер. И это хорошо. Так что если мы просрем, а мы просрем, по-моему. Мне так кажется. Ох, входим в еще одну память гиганта. Я слышал, есть еще память дракона. Наверное, пиздец. Извините за такой мат, но после древнего дракона, которого ковырял вчера очень долго, я стал весьма нервным. Ну, не суждено стать нервным после древнего дракона с моим контроллером. Офигительским. Боже мой, я лучше отойду. Твою медь. Мои стрелы им практически ничего не сносят. Чувак, ты должен умирать. Как бы. И ты тоже должен умирать. Твою мать. Он идет сюда. Твою мать. Ау. Пошел бы ты на. О, все. Не пождет он на. Не пойдет. К сожалению. А куда отбегать? Под залпы? Нет, ребят, это. Это не перспективно. Поехали. Пройдем это дело еще раз. Вернее сказать, как бы попробуем пройти это дело еще раз. Память Джейта. Нельзя долго жить воспоминаниями. Правильно, молодой. Нет. Блин. Вот зачем это сделал? Не знаю. Так, вот после этого, па. Ну давайте. Огненные. Фаерболы, давайте. Ё-моё. Где вы, когда я в вас так нуждаюсь? Ну. Слушай, слушай, слушай. Я просто уйду. Просто уйду. Пойду. Уйду. Ух ты ж, бля. Ух ты ж, бля. Вот это сюрприз был. Головушка-то подкатилась. Вот сейчас я совсем не понимаю, что. Потому что головушка нас давит. А я не очень хочу, чтобы меня давила головушка. Она по-любому ваншотит, потому что... Ну, блин, в реальной жизни такая херня начнется, это... все. Звездец.
тот еще будет. Вперед. Где головушка? Головушка. Ауч. Ауч. Это как вообще так произошло? Что? Что это вообще сейчас будет? Не головушка, так и этими меня подбили. Чувствую, тут будет нарезка смерти. Еще разок. Ничего, 20 тысяч душ мы нафармим. За раз-два. Побегаем по воспоминаниям еще и все. И ничего. И все будет норм. По красоте сейчас устроим. Сейчас все по красоте будет. Снова головушка. Нет, 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 нет. Фу. Ай-яй-яй! Ух ты ж, блин! Фласочка. Давай, топ. Фласочка. Ух. Вау. Так, давай. А. Ага. Так. Ножкой, ножкой давай. Топни ножкой. Не парнишь, топни ножкой. Правильно. Еще топни ножкой. Что? Фласка. Топни ножкой. Так. И сложность в том, что, блин, у него штанин. Ну на. Убивающий. Ты сдох? Точно умер? Победа. Соснить конца, гиганты. Я победил вашего короля. Сколько душ? Охренеть, у меня никогда не было так много. Бегом в Маджулу качаться. Ура! Мне повезло. Ну вот этот вот босс, он такой напряжный будет. Сука, мать твою, пидорас. Я знал, что это говно будет. Вихрь душ. Ну и где теперь твоя магия, а? Все. Так я еще и что? Что? Сколько душ с него выпало? Десяточка. По красоте разнесли мудака. И короля гигантов тоже разнесли. Но он, в принципе, такой же, как последний гигант, только у него, это, палочка-махалочка побольше. 4 уровня. 2 в это. 3 в это. Вот и хорошо. Всем привет. В смысле, пока. Восславим солнце. Мы убили всех. Спокойной ночи или приятного дня. С вами был Румян.